Ох и бред! Эти люди просто сошли с ума! Такие мысли приходят, когда слышишь о самых странных законах, которые только бывают в мире. Но сейчас мы расскажем про такие дикие повороты юрисдикции, что даже ты очумеешь. Хочешь знать побольше мировых диковинок? Тогда подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео. Поехали! Начнем с нашей любимой темы игры в казино. Вернее, с запрета на игру в казино. Только представь, существует страна, чей ВВП на 50% состоит из игровой сферы. И вот гражданам этой страны запрещено играть в казино. Вообще всем гражданам. Речь о княжестве Монако с его игровой столицей в Монте-Карло. Монегаскам, а именно так называют подданных княжества, запрещено играть, только работать в игровой сфере. Но при ВВП 190 тысяч долларов на человека в год это лишение можно и потерпеть. Великобритания. Поведение своенравных островитян со стороны может показаться странным. Выход из мощного Евросоюза, правление одного человека страной более полувека, ну и дичайшие законы в придачу. Разве можно всерьез воспринимать запрет переворачивать почтовую марку с изображением короля или королевы вверх ногами? Или наказание за чистку ковров на улице с 8 до 10 часов? Но самым невероятным представляется запрет на смерть. На смерть в стенах британского парламента. Дело в том, что умершему в парламенте полагаются похороны за счет государственной казны. А неожиданных расходов не любит никто. Запрет на смерть в парламенте – не единственный закон, регулирующий человеческую кончину. В норвежском городе Лонгйир тоже не рады мертвецам на законодательном уровне. Городок находится на архипелаге Шпицберген, а значит, на вечной мерзлоте. Копать могилу там – все равно, что добывать мрамор в 50-градусный мороз. Будете брать билеты? Обсудите этот момент со своим туроператором. Следует сказать, что англосаксонское право имеет прецедентный характер. Как это работает? Кто-то совершает что-то плохое впервые в истории страны. Судья принимает решение, как следует поступить с провинившимся. Этим вердиктом пользуются все последующие судьи как законом. Это и порождает ту массу всяких безумных законов и подзаконных актов в США, которые переняли у Англии их юридическую систему. А если учесть, что 50 американских штатов – это 50 разных стран, объединенных в лоскутное одеяло, то и количество безумных законов в Америке становится куда проще. $1000 штрафа, если будете бить крыс бейсбольной битой в Иллинойсе. В Миннесоте – до $2000, если проедетесь по городу с грязными шинами. Власти штата Колорадо оштрафуют вас на $500 за убийство собаки. Если вы украли ее у соседа, можете вообще сесть в тюрьму на 10 лет. У вас есть лишние $25, и вы не знаете, куда их потратить. Просто пофлиртуйте с кем-нибудь в Нью-Йорке или наденьте юбку или брюки ниже 3 сантиметров от линии бедер в Джорджии. И, наконец, не стоит бегать спиной вперед после заката в штате Коннектикут, держать лошадь в ванной в Южной Каролине или ходить со львом в кинотеатр в Мэриленде. Таков закон. Несчетное количество законов в мире связано с деньгами и властью. Неудивительно, что среди них найдутся и не очень адекватные, по нашему скромному мнению. Например, в Таиланде. В этом курортном раю вас жестко накажут, стоит вам лишь наступить на местную купюру ногой. Дело в том, что на ней изображен местный монарх, а он разрешает ходить себе по лицу только тайским массажисткам. Советуем вам соблюдать этот закон, ведь наказывать в Таиланде умеют и любят. Еще один закон, который сперва тоже кажется чересчур экстравагантным, но все же хотя бы логичный. Закон этот касается одной из самых обеспеченных и комфортных стран в мире, всеми любимой Швейцарии. Там существует запрет смывать воду в унитазе после 22:00. Простите, что? Мне запрещено смывать у себя дома воду в унитазе. Да, все правильно, запрещено. И причина простая. Смыв воды, по мнению швейцарцев, излишне громкий и может мешать окружающим. Поэтому после 10 вечера твой туалет – это твои проблемы. И напоследок. Приятный закон-курьез. На островах Самоа мужьям запрещено забывать даты рождения их жен. Разве это не мило?
Хочешь знать больше подобных историй? Ставь лайк этому видео, подписывайся на наш канал и до встречи! Подписывайся на канал и ставь лайки, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски Slot City Show.